все желающие могут принять участие. Поэтому дамы, которые пришли на бал наших каждых зрителей, также могут включиться в этот танец. Замечательно. Итак, напомню правила игры. Цветок – это право выбора партнера. Право выбора, которое вы передаете. А с другим партнером, дамы или кавалером, вы идете танцевать. Итак, не забывайте про правила этикета, что когда вы вручаете цветок, вы обязательно делаете поклон или книгсон друг другу. И когда вы выбираете пару для танца, также благодарите друг друга. Итак, прошу даму подойти ко мне. Можно вас? Мы вручаем даме цветок. Так, с этой стороны у нас есть дама, есть дама. Даме вручается цветок. Мне подходит два кавалера. Пожалуйста, просим вас. Как право выбора для выбора следующей дамы, вы передаете цветок одному из кавалеров, а с другим идете танцевать. Пожалуйста, ждем ваш выбор. Одному кавалеру вы вручаете цветок, обязательно делаем поклон друг другу. И проходим тур вальса до конца зала и вновь начинаем играть. Итак, музыку, пожалуйста, две дамы подходят к кавалеру.